Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как можно зарегистрироваться в компании Skinnybody Kea. Но прежде давайте выясним несколько важных моментов. Первое. Если вы решили зарегистрироваться в компании Skinnybody Kea, то вы, конечно же, должны определиться с пакетом входа. Их у нас три. Простой, серебряный и золотой. После того, как вы определитесь с пакетом входа, вам нужно на вашу банковскую карту положить нужную сумму денег в вашей валюте по курсу доллара. Какую карту для регистрации вам использовать? Проконсультируйтесь, пожалуйста, с тем человеком, который дал вам это видео для регистрации. Обычно это всегда для любой страны карта Visa Classic с чипом или MasterCard любого банка, но есть еще карты, например, Visa Electron, с которых можно регистрироваться в разных странах или с которых нельзя регистрироваться в разных странах. Единственное, что хочу сказать, ребят, карты Maestro в любой стране, они не подходят для регистрации, то есть от любого банка карты Maestro не подходят. Насчет остальных, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, чтобы у вас потом не выдавало при регистрации ошибок. После того, как вы определитесь с пакетом, с картой, положите нужную сумму денег на карту, вам нужно приступать к регистрации. Каждый партнер имеет вот такую вот ссылку для регистрации, естественно, он вам скинет эту ссылочку. Прежде чем приступать к регистрации, вам нужно сделать еще одну вещь. У каждого на компьютере установлены разные браузеры. То есть, что такое браузер? Браузер – это программа, через которую вы заходите в интернет. Обычно у людей на компьютере установлены либо браузеры Google Chrome, либо браузер Яндекс, либо Amiga. Чаще всего, да, реже всего это Mozilla или браузер Opera. Прежде чем приступать к регистрации, вам нужно почистить историю браузера. Для чего это делается? Чтобы у вас не выдало ошибок при регистрации, потому что эти браузеры все русскоязычные, а мы с вами будем заходить на сайт иностранный. И обычно выходит резонанс, когда с русскоязычного браузера заходят люди на иностранные сайты, и наоборот, когда с иностранных браузеров, есть такие, например, в других странах, которыми люди пользуются, заходят на русскоязычные сайты, выдают ошибку. Так вот, чтобы этих ошибок не было, вам нужно почистить историю браузера. Как это делается? Вы заходите в браузер, в данном случае я вот сейчас зашла в Google браузер, у него вот такой вот значок. То есть вот такой вот значок у Google браузера, трехцветный, круглый. Если у вас какие-то другие браузеры установлены, ничего страшного. История в браузере практически в каждом чистится одинаково. Значит, в правом верхнем углу, вот здесь, есть три полосочки в любом браузере. Нажимаем на три полосочки. Вот здесь есть такая вкладочка «История». Нажимаем на нее. Далее выбираем опять «История». И у вас открывается история посещений всех сайтов, где вы были в интернете, именно с этого браузера. Чтобы почистить историю в любом браузере, мы делаем «Очистить историю». Вот здесь обязательно выбираем «За все время», то есть здесь есть «За прошедший час», «За вчерашний день», «За неделю» и так далее. Мы выбираем «За все время», ставим галочку «История просмотров», «История скачиваний», «Файлы», куки, изображения и другие файлы, сохраненные в кэше, данные размещаемых приложений, пароли и данные автозаполнения оставляем галочки не проставленными, и вот эту галочку тоже ставить не надо. Нажимаем «Очистить историю», и все, браузер у нас почистился. Теперь закрываем вот эту вкладочку и можем начинать регистрацию. Переходим по ссылке для регистрации, нажимаем кнопочку «Регистр». После того, как вы перешли к регистрационной форме, вот она открылась. Она, конечно, открывается на английском языке. Вот здесь в правом верхнем углу вы можете выбрать язык. Здесь 165 языков по странам мира. Выбираем русский в основном. Вот здесь вот. Потому что мы в основном работаем с русскоязычным населением. Вот видите, сайт уже перевелся на русский язык. И теперь спокойно все заполняем. Заполняем английскими буквами всю информацию. Потому что если мы будем писать на русском, у нас просто компания не поймет. То есть нужно заполнять все английскими буквами. Итак, пишем имя, фамилию,
электронную почту свою обязательно действующую, которая у вас есть. Номер телефона через +7, если это Казахстан и Россия. Ну или смотрите, какие первые цифры у вас будут, если это какие-то другие страны. Далее, придумываем имя пользователя. Имя пользователя — это будет ваш логин для входа в рабочий кабинет. Поэтому имя пользователя и ниже пароль вы записываете обязательно себе на листочек. Тоже пишем английскими буквами. Например, вот такой я возьму логин и пароль. Два раза повторяем пароль. Далее. Далее вам нужно выбрать пакет входа. В основном, конечно, 90% наших партнеров заходит на золотой пакет, это вариант 3, и нужно будет выбрать здесь 6 видов продукции. Но давайте рассмотрим все пакеты изначально, чтобы, если вы решили зайти на какой-то другой пакет, чтобы вам все было понятно. Если вы решили зайти на простой пакет, нажимаем на галочку вариант 1, просто выбираем один из 5 продуктов, на него нажимаем, например, вот сыворотка, и вот здесь вы видите, что название продукта отобразилось, значит, вы выбрали этот продукт. Далее, если вы решили зайти на серебро, это вариант 2, здесь вам нужно уже выбрать 3 продукта. Вы под каждым продуктом, который вы хотите взять, ставите просто единичку, например, вот здесь один, вот здесь один и вот здесь один. Либо вы можете скомпоновать 3 продукта одного вида, либо 2 каких-то и один другой. То есть здесь уже на ваше усмотрение выбираете 3 любых продукта. Я сейчас здесь обнулю. Ну и, конечно же, золотой пакет, вариант 3, выбираем. Здесь вам нужно выбрать 6 продуктов. То есть точно так же выбираем продукты, нажимаем на плюсик и указываем нужное количество. Здесь вы можете попробовать сразу все наши 5 продуктов и 6-й заказать какого-то одного вида. Например, 1, 1, 1, 1, 1. И, например, вот Хайберн мы укажем 2. Все, в сумме получается 6. Переходим далее. Далее идет у нас адрес доставки. В данном случае у меня адрес доставки заполнен автоматически. Вы будете здесь в строке «Страна» выбирать страну свою, в строке «Имя» писать имя и фамилию английскими буквами, в строке «Адрес» вы будете указывать свою улицу английскими буквами, номер дома и квартиру. Если у вас населенный пункт имеет еще дополнительно область или район, например, вы живете в селе или в каком-то маленьком городке, который имеет область или район, то вам нужно во второй строке вот здесь дополнительно указать это. Например, если у вас будет населенный пункт Нижегородская область, такой-то район, село Привольное, то вы вот здесь напишите, например, Мира 7332, вот здесь напишите Нижегородская область, такой-то район, и вот здесь укажете свой населенный пункт, село Привольное. В данном случае, если вы живете в городе, то вы просто указываете улицу, номер дома и квартиру и свой город в строке «Город». Здесь, где штат, провинция, вы ставите КЗ, если вы из Казахстана, РУ, если вы из России, БР, если из Белоруссии, УКР, из Украины и так далее. То есть обозначение страны. Ну и, естественно, почтовый индекс обязательно свой точный указывайте, чтобы вам посылка пришла точно. Когда эта информация вся заполнена, еще раз проверьте адрес доставки хорошо и нажимаете «Продолжить на страницу оплаты» кнопочку. После того, как вы нажали кнопочку «Продолжить на странице оплаты», у вас выходит вот такая вот электронная накладная, и вы уточняете свой пакет, то есть проверяете все данные. Вот в данном случае у нас золотой пакет, итоговая сумма $209.38. Далее нужно заполнить информацию по карте. В строке «Имя на карте» вы пишете свое имя и фамилию, если карта ваша. Если вы регистрируетесь с чужой карты, например, с карты мужа, или с карты родных, или с карты подруги, указывайте информацию того человека, чья это карта. Ну, в данном случае будем писать, что это ваша карта, будем указывать имя и фамилию ваши, да? Вот здесь я указываю. Тип карты выбираете Visa либо MasterCard, какая у вас карта.
Далее номер кредитной карты вы будете писать все 16 цифр подряд без пробелов. Номер карты находится на лицевой стороне карты. Проверяйте обязательно номер карты, чтобы он был указан верно. Указываем срок годности карты, месяц и год. Срок годности тоже под номером карты на лицевой стороне всегда указан. Далее, защитный код находится на обратной стороне карты. Последние 3 цифры, если у вас там больше 3 цифр, если у вас 3 цифры, то пишите 3 цифры. Далее, вот здесь у нас выходит информация по адресу карты, то есть когда вы оформляли свою карточку в банке, вы указывали определенный адрес. Либо адрес своей прописки, либо адрес своего настоящего места жительства. Если у вас адрес доставки сходится с адресом при оформлении карты, то есть один и тот же адрес, вы, например, живете по Ленина 37, и когда карту оформляли, вы этот же адрес указали при оформлении. Значит, вы делаете копировать адрес доставки, нажимаете вот на эту кнопочку, если у вас сходится этот адрес. Если вы по какому-то другому адресу регистрировали свою карту, указываем вручную вот здесь также страну, улицу, город или населенный пункт, штат, провинцию, свой почтовый индекс. Но в основном адрес регистрации карты и адрес доставки у людей сходится, потому что они живут по одному и тому же адресу, что и карту регистрировали. После того, как вы все это заполнили, можно еще раз перепроверить номер карты, имя, фамилию, срок годности, защитный код, адрес. И нажимаем «Подтвердите заказ». Нас переводит вот на такую страничку, где мы здесь полностью уже проверяем свою информацию. То есть имя, фамилию, почту, номер телефона, логин. Далее выходит опять же накладная. Вот здесь итоговая сумма. Вот она пакета. То есть правильно ли вы выбрали пакет или нет. Далее идет платежная информация, это адрес по карте. Информация о доставке, это ваш адрес, на который придет посылочка. После того, как вы все это перепроверите, вы ставите вот эти вот две галочки. Смысл первой галочки, объясняю вам, что вы в данный момент понимаете, что с вашей карты сейчас будет списана сумма выбранного вами пакета, и что в последующем вы будете раз в месяц проплачивать автошип 1 единицу продукции, как и положено нашим партнерам. И вторая галочка, я согласен с политикой и процедурами, как описано здесь, то есть вы соглашаетесь с тем, что вы становитесь нашим сотрудником. Вот здесь вы можете прочитать электронный договор, просто правой кнопочкой открыть ссылку в новой вкладке. И вот здесь у нас открывается договор. Он, конечно, на английском, но здесь можно это все скопировать и перевести в переводчике. Кратко я вам расскажу, о чем этот договор. То есть вы обязуетесь вести бизнес с компанией Skinny.ke честно. И если вы будете замечены в том, что вы будете из других компаний перетягивать компанию Skinny.ke партнеров, либо наоборот из компании Skinny.ke в другую компанию будете перетягивать партнеров, вам грозит удаление вашего аккаунта. Ну и, конечно же, не рассылать спам. Нашу ссылочку для регистрации не рассылать спамом. Это вкратце. Подробности можете прочитать в договоре сами. После того, как вы все это сделали, нажимаете кнопочку «Разместить заказ». У вас сразу же активируется рабочий кабинет и будет написано «Поздравляем, например, Ксения, у вас есть 150 BV, если вы на золотом, или 100 BV, если вы на серебре, или 50 BV, если вы на простой пакет заходили, чтобы вы имели право получать все комиссионные в этом месяце и в последующее время». Ну все, ребят, это все, что касается регистрации. Обязательно проходите регистрацию вместе со своим будущим наставником, потому что у вас могут возникнуть какие-то ошибки, и вы сами не сможете разобраться. Поздравляю вас со вступлением в компанию Skinny.ke, желаю огромных чеков и больших команд.